И вот мы показываем результаты наших усилий. Вот такая получилась у меня снежиночка. То есть вот эту серединочку, которую мы уже задекорировали разными красками, мы потом просто как сюда будем прикреплять? Просто иголочкой. Вот, а, пришиваем иголочкой, да? Вот с такой вот блестящей. Угу. И вот угу. Пришили. И вот у меня вот такая получилась. Угу. А то есть это любая вот форма. Да, то есть быть. Вот разные совершенно формы. Великолепно. Я огромное спасибо вам говорю. С нами была педагог дополнительного образования Татьяна Смирнова. И мы сделали потрясающе красивые вещи. Я своим шариком просто несказанно довольна. Я давно ничего не делала своими руками вот такого изящного и красивого. Это прелесть просто. Вот. И эта снежиночка тоже. Я не хвалюсь, я просто как ребенок радуюсь, что у меня получилось, правда? Я думаю, что, конечно, наши зрители могут сделать еще лучше. И фантазировать можно как угодно, кому как нравится. Главное, чтобы вы получали от этого удовольствие. И все это потом было на вашей новогодней елке, правда? Да, но мне кажется, очень важно, чтобы действительно елка была украшена руками детей, родителей, как бы такое общее дело, которое всех объединит. Спасибо, я желаю вам хорошего новогодних праздников. А наш утренний эфир подходит к концу. Вечером мы продолжим экологическую тему и поговорим о том, какой вклад вносит в дело охраны окружающей среды наше подрастающее поколение. А пока я желаю вам хорошего дня. С вами была Елена Полуэктова. До вечера.